Ракина. Персик. Персик, скорее сюда. Иди сюда, мой дружок. Привет. Это не посленовогодний стол. Это объедки для поросят маленьких. Мешаем с горячей водой, чтобы была тепленькая-тепленькая кашка. Мальта нам помогает, как всегда. Хороший аппетит! Ту-ту-ту! Вот почему говорят, как свинья в корыте. Ну, потому что свинья, одним словом. Девчонки жуют. Ириска любопытная, что тут несут в ведрах. Плохо. Вот хитренькая Ириска. Скинулась, за нами решила пойти. Ой, блядь. Будет нас. Ах, вы не представляете, ребята, какой запах. И такие. Начинают подтягиваться. Закидываем огурцы на вечер. Почему огурцы? Потому что они дают сок. То есть не будет подгорать. Теперь закидываем томаты. Будет помидоровый суп. Перчики, капусточки полетели туда же. И для профилактики засыпаем лука. Так, закидываем помелу. Вкусит вкус. Авокадо. Я же говорю, не так люди питаются, как мои свиньи. Ну и гранат положим. Все-таки гемоглобин надо поднимать свиньям. Несем козам мандаринчики, птице овощную рагу. Не несем, а несу. Да. Так, зефир уже не может устоять. Мандарины вкуснятина. Розочка к нему. Пчелка. Гуси, гуси, га-га-га. Индоутки летучие. Выходим, девочки, выходим, золотые мои. Козье счастье. Скоро будем молоко есть с мандариновым вкусом. Несу селезня индоутки к девочкам. Это у нас Роджер, чтобы оплодотворял девочек. Для того, чтобы в будущем из яиц было потомство. Вот выпускаем Роджера к девчонкам. Сейчас будет с ними знакомиться, ну и я думаю, получится джиги-джиги. Чики-чики. Ого, коричневая самка. О, как девчонки его горячо принимают. Ого, девки у нас боевые какие. Девчонки, к вам парень пришел. Смотрите, что они делают. У них здесь гарем свой. Амазонки, блин. Тренёнка. Когда ты новенький в стае. Капустные листочки для кормящих овечек. Немножко мандарина для изобылки. Как, вкусно? Видимо, да. Немножко капустных листочков для козочек. Витаминки для нутрий, огурцы, морковка.
Вот как она хочет баловаться с собакой. Анфиса. Маленькие нападают на больших. А ну-ка прекратил. Они меня даже не боятся. Прекратил. Все, убежал. Наши две парочки диких уточек. Водичка для лошадок. Тут едят ли лошади мандарины? Сейчас мы это и проверим. Рестарт. Как тебе на вкус? Терпкий. С ароматом мандарина это. Понравился? Заходят это мандарины. Нормально. Неси ящичек. Решили запустить утку. Кто-то выпускает голубей с письмом, а мы к Лукашенко направим нашу утку. Инда. Пожеланиями. Вперед, красотка!